Всех приветствую, с вами я, Алексей, и вы смотрите поздравления с Новым годом от, хочу сказать, от меня, от канала, YouTube канала Парадигм и так далее и тому подобное. Что же я хочу сказать? Дело в том, что много всего произошло за этот год, и в общем-то... Хочу прежде всего сказать, что я люблю ваших мам. Шучу. Ну, это, в общем-то, та шутка, ради которой я начал снимать этот ролик. То есть, все, кто смотрели мои летсплеи, там, прохождения и другие ролики, знают, как я люблю ваших мам. И почему я это делаю? Я это делаю, потому что я выбрал себе такую стилистику, чтобы как бы высмеять. Ну, подумаешь, человек любит чьих-то мам. И что? Это не обязательно, что он школьник и так далее. В общем-то, что я еще хочу сказать? Ну, хочу пожелать вам в новом году, скажем так, ну, счастья там, здоровья. Чего там еще можно пожелать? Чё-то я уже как какой-то, не знаю, быдло летсплейщик говорю. А, кстати, не с наступ... Я сказал с каким? С наступающим, что ли? Нет, с наступившим. Уже ж 4 часа. Ну, хотя у кого-то, может, на данный момент еще не наступил Новый год. Но у меня уже наступил, да. В общем-то... Много вам вкусностей в новом году, много любви, много, не знаю чего, стабильности, здоровья, опять же, чтобы дожили до следующего года. Мне не нужны мертвые подписчики, в прямом смысле этого слова, и так далее. Так вот, что теперь насчет канала? Теперь насчет канала, то есть, что у нас? У нас, значит, будет закончено, в принципе, прохождение Героя 4 «Грядущая буря», но я его еще не доснял. Мне нужно доснять, потому что мне в определенное время надоели герои, как раз, и я их, типа, забросил. Но пока что хватает серии еще. Дальше, насчет Fallout 2, тоже очень много серий записано, я все практически подробно осветил, еще будет где-то до 70 серий, сколько здесь, 30 еще серий будет, минимум. Потом я или буду доснимать уже, или же еще что-то. Ну, в общем, у меня сейвы есть, у меня Fallout установлен, так что пока что все с этим в порядке. Дальше что еще будет прохождение, возможно, кто-то уже видел плейлист появившийся, это Diablo 2 Гроздья Гнева, по нем будут, в общем-то, целое прохождение за 40 пока что, и также будут всякие эти гайдики отдельными роликами, то есть как рецептами пользоваться, какие хитрости есть в Гроздья Гнева. Почему Гроздья Гнева? Да потому что, блин, стандартная Диабло — это полное дерьмище. Ее, во-первых, все проходили, во-вторых, она слишком дрочевная. Ее-то пройти вообще геморно, сколько там нужно фармить, чтобы нормальный шмот выбить, это вообще, мама, не горюй, скажем так. Я легче будет перелюбить всех ваших мам, чем собрать там идеальный шмот на... персонажа любого в Диабле. В общем-то, дальше, а вот в Гроздья Гнева, то есть это самый лучший мод, не меняющий, собственно, заклинаний и, в принципе, раскачки, механики игры. То есть это, ну, я скажем так, ничего так и не придумали после него. Такого офигенного. Median XL, опять же, он меняет многие аспекты игры, поэтому его можно отнести к другому типу модов, но я в летсплее все вам расскажу. Также я занимаюсь вот это вот копирайтингом, хочу сказать, и также я вот прошел программу, да, не обращайте внимания на мое имя, да, это, в общем-то, прикольчик такой очередной, на который я имею право. И, в общем-то,
76 упражнений прошел, в общем-то, не спеша проходил, естественно. Это помогает в копирайтинге, то есть я могу запросто набирать, например, вот не глядя на клавиатуру, поздравляю с новым годом А как вы видите, то есть, ну, не то чтобы я быстро сейчас набирал, ну, я, конечно же, мог бы еще и не говоря это вслух набрать, я не говорю обычно вслух, но просто так как у нас видео, нужно сказать. Скажем так, музыку я подобрал здесь такую, которая не лицензионная, естественно. Все музыкальные треки, которые про Новый год, про Крисмас и так далее, они лицензированы, и, как вы понимаете, их я вставить не могу. Вот такой вот у нас отвратительный мир наступает. То есть копирасты давят, но это, в общем-то, тема для разговора на моем втором канале. Потому что я, опять же, забочусь о своих подписчиках. Потому что многих могут повязать. И станет у меня меньше подписчиков, по крайней мере, живых. Будут у меня подписчики с бутылками шампанского в попеце или где-нибудь еще. В общем, вот такие вот дела. Ну и на этом я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Всем спасибо за то, что посмотрели мое поздравление. И да, встретимся в новом, при праздновании очередного Нового года, через год, как-то так можно сказать. Или же, возможно, раньше, скорее всего, раньше, когда я решу записать очередной подкаст или же стрим. И да, всем сэляви!